Патрик, Патрик, смотри. Да, 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 сейчас я ловлю воздух языком. Так, оп-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 оп. Жень, давай ты же ловить воздух языком. Давай. Невкусный какой-то. Да, короче, что мы сегодня будем делать? А, Жень, я тебе это, завтрак приготовила. Садись кушать. Так это же опять морожка, я опять ребенком стану. Ну да, станешь. Будешь лучшим ребенком на свете. Вкусная ну ладно, морожка. Вот сегодня я буду послушным, на самом деле. Съем да. Сейчас и... Оп. Ну блин, а тё... Так, ну все, в принципе, ладно, это я сам хотел, поэтому на самом деле я тебя обманюль. Я буду сейчас самый непослушный ребенок. Так вот раскидаем игрушки, вот так вот. Подожди, в смысле, погоди, это что? Вот достанем тут все, вот так вот. Поставь на место игрушки, не раскидывай, ты что ты? А что будет? А будет вот, будет тебе. Что будет? А ничего не будет, так? Сейчас вот, смотри, сейчас банку разобью. Ты что? Моя любимая банка, ты что ты? А где она? А все, нету, да? Разбил. Не разбил, да ладно. Так, ну ладно, все, я что-то сильно погорячился, надо будет купить ее. Погорячился? Вот будешь шалить, придет бабайка. Кто? Кто придет? Бабайка придет. Кто? Бабайка? Да бабайка. Да не существует никакой бабайки. Ты чё, ма? Ты чё, ма? Ты чё меня обманываешь? Ты чё думаешь, в 21 веке я не знаю, что нет никакой бабайки? Ты что, это существует бабайка, существуют разные бабайки. Вот бабайка игрушек, бабайка конфеток, бабайка... Кстати, насчет конфеток, бабайки. Так, насчет конфеток, я сейчас буду мороженки, смотри, прям уплетать, одну за одной, раз. Ты чего? Нельзя столько сладкого есть, ты шо? А иначе что будет-то, ма, что будет-то? Будет, придет конфетная бабайка и тебя отбабает. Конфетная бабайка? Да вон даже эти тебе язык показывают, маты. Все, смотри, они такие... Они тебе язык показывают, тебе. Ну ладно, слушай, ма, а купи мне там в магазине вкуснясочек. Ну я сейчас схожу в магазин, а? Сладкого у меня тут холодильник объ... Сейчас я вернусь. Давай, сидеть, давай, ждать давай. Меня. Бэйби, бэйби. На-н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 а. Что-то я слишком, да, какой-то сегодня гиперпокостливый. Ну, о, так. А что такое? Что такое? А что-то мы боимся, а? Кто это тут у нас конфеточки кушал весь день? А ты кто? В смысле кто? Я конфетная бабайка. Ты что, не понял, что ли, до сих пор? Ты конфетная бабайка? Да. Бу! Да, отойдите. Нифига себе. А что, нет, давай-ка ты конфеточки кушай весь день. Че ты, ну-ка, холодильники проверим. Да это же ты, да, ма, переодетая, ну-ка. Нет, ого. Да ты су, это я бабайка. Я страшная, пугаю детей, за которые много сладкого кушают. Не-не-не, пугаю их карисом, пугаю их там и всякой сыпью. О, не-не-не, все, я ухожу, так, ну-ка, капец, приснится. Ты что, ты погоди, да малыш. Опа, не-не-не, все, уходим. Это, наверное, мне чудится, так, сейчас свежим воздухом подышу, так. Да не чудится тебе, тут я. Смотри, тут бабайка, смотрите, вот она. Да я не страшная же, я добрая, ну как, относительно добрая бабайка. А, слушай, а давай ты типа со мной будешь ходить бродить? Вообще-то я тебя пришла карисом пугать. Не хочу. Слушай, а давай пойдем со мной в садик? Так. И ты типа моя старшая сеструха Дылда. Смотрите, реально, сеструха Дылда. Ну-ка, ручонкой поделай. Так, ну-ка. Погладь меня. Смотрите, она чисто меня гладит. Ай, больно вообще, ты что там мне по зубке-то? Я тебя... Ну-ка, ручонка. Ну-ка, подожди. Нет. Давай, оп. Чё? Не, подожди, давай меня погладь по головке, давай, ну-ка. Да нет, не по зубке, по головке, давай, по головке. О, смотрите. Смотрите, а? Все, нагладила тебя. Вот уже заглаженный. О, приглаженный. Слушай, давай ты будешь моя старшая сеструха, Дылда, поехали. Да в смысле сеструха, я бабайка. Да, бабайка, тебя так и будут звать. Я только пешочком могу ходить. Как это? Ну-ка садись. Нет, я на своих культяпках не сяду. Ну, сядешь, давай. Ну, блин. Ну-ка. О, смотрите, Дылда села. Ха! Смотрите. Ну ладно, да, ты что-то там у тебя вообще торкает, слезай. Ладно, пошли со мной, пошли.
Да бегу я, бегу. Нифига, смотрите, смотрите, нифига, у меня, короче, появилась старшая сеструха Бабайка. Я не та сеструха, да ты же. Подожди, подожди, ну-ка, иди-ка сюда к столбику подойди. Ну-ка его ручкой подергай. Смотрите, как делают. Ты себя угораешь над моими ручками. Красивые у меня ручки. Да, они такие вообще, как это, как у дылды. Где твой садик? Где пошли садик? Вон за мной. Нифига ты топаешь вообще. Да в смысле топаешь? Я был... А, давай я тебя буду называть мамка моя. Давай, ма, погнали. Летящей походкой. Летящей видишь? Походкой, как цапля и дунья. Ведунья и дунья, татара-татунья. Ты шо, ты меня цапля? Кстати, я не цапля. Ты я цапля. Бабайкой. Все, все, карис, карис тебе, карис. Ну ты чего, не, нельзя. Давай, иду си походкой, я цаплю, цаплю, та-та-ра-та-та-пля. Ой, все ясно, ясно. Где тут дети? Буду их пугать. Ты нельзя, какой-то не нельзя, пугающийся. Нельзя никого пугать, я тебя буду звать мамка. Давай, ма, заходи сюда. Осторожно, башкой не долбанись. О, Вася, вошла, как говорится. Детишечки, вы где? Идите. Приветик, приветик. Нет, ну ты не представляешь, это моя бейба, это к ней не приставай. О, замечательно, бейба. Боишься кариса? Конфетки будешь кушать? Будет болеть зубки, понятно? Я, короче, фея сладостей. Ой, не фея, бабайка, я бабайка. Адик, ты фея, что ли? Ма, ты чё, Васи, что ли? А так, короче, а чё ты нас тут такой, не понял? А чё это? А что ты, вы тут примерчики, что ли, решаете? Не-не-не, не рисаем. Мы на самом деле в садике ничего не делаем, только кусаем и спим. А что тут тогда написано равно и ничего не делаем? А это типа это неправда, это типа для старшеклассников. Все, пошли отсюда, давай, уходим. Не-не-не, иди-ка сюда. Не хочу, ну мать. Я могу перевоплотиться в страшную бабайку. Смотри, смотри, тихо, смотри, слушай. Я в шоке. Смотрите, кого? Я в шоке от такого невоспитанного мальчика, который не может даже примеры решить. Я могу, я на самом деле могу. Я умный. Можешь? Я умный. А мне кажется, нет. Я умный ребенок, я смогу. Можешь? Ну давай. Да, решим. смотри. Ты, по-моему, меня... Давай. Ма, ты, по-моему, меня байтишь, нет? Ты байтишь меня, что ли? Нет, это что, ты нет. Ты байтишь меня? Ты же умный ребенок, давай. Ты, по-моему, меня байтишь. Нет. Нет? Ну ладно. По-моему, ребята на меня байтит. Это кто не знает, давай. Типа она такая, типа, провоцирует. Да ты не смог, ты слабак, на самом деле, типа, оп. Ладно, короче, давайте рисовать. Так, 40, вы, ребят, тоже... Да ты куда пошел-то? Ты чё тут, а, слышь? Тише будь. Какой дерзкий сегодня ребёнок-то у нас. Да, короче, ребят, пишите в комментариях, смотрите, сначала вы мне помогаете. 49 плюс 11, да не толк... А, это ты? А я думал, это вон тут девочка. Так, 63 разделить на 9. 5 плюс 5 поделить... Не, тут какие-то сложные примеры. Да не сложные, ты что, давай. Решай. Ты же умеешь, ладно, ты же умный. Я умный. Умный, за умный. Самый-самый умный я на свете. Гиперактивный. Чё ты, чё завыла? Бабайка во мне внутри проснулась. Так, ладно, давай рисать. Так, рисать. Короче, тут будет 60. 60? Правильно, 60. Тут 63 дальше. Поделить на 9, друзьяшечки. Это получается по табличке умножения. Это будет... 7. Верно, давай дальше. Далее, короче. Так, 5 плюс 5 поделить на 2. Тут есть где-то подвох. Мамка, ты... Мамка, мамамка. Тебе что, показать, где подвох? Мамка. Да нет, конечно, я умный. Так, и ребятушки тоже умные. Ну-ка, ребятушки, написали, да, уже в комментариях? Я знаю, вы уже написали. Так, поэтому я тоже пишу. Так, ну-ка, сейчас в комментарии посмотрим, что там. А, что они там подсказывают? А, вот это, ну-ка. Правильно, слушай, правильно решил. Я-то думаю, ты ошибешься в этом примере. Так ты не особо простой. Ну да. О, смотри, тут, короче, надо отгадать, что это за персонажи из Майнкрафта. Вот ты вот знаешь, нет, ты дылда? Так, я мама или сестра, или дылда. Я вообще бабайка, называйте меня по имени. Отчество. Короче, я тебя буду звать мамка. Нет, давай. Я тебя буду звать мамка. Все, короче, типа, вот ты знаешь, что это за персонаж вообще тут? Это крипер. Нет, не крипер, это зомби. О, смотрите, знает. Да. Чисто теперь проверяем, короче, мамку, насколько она... Вы, ребят, тоже напишите, но вы-то по-любому знаете. А это кто? Ну, вот это крипер. Точно? Точно. Заочно. Да, точно. Это огурец.
Да. А это что? Зелька? А это... Вот смотри, как она тут крутится. Крутит, да, ма? Оп. О, куда ты зельку-то... Оп. Пик. Смотри. Смотри, гипер. Ты чё? А что изменилось-то? Я быстро бегаю. Ты что, не видишь, что ли? Да нет, вроде так же. Ты что, тупая, что ли? Я не понял. На, выкини, подберешь. Выкини, подберешь, что? Слышь, ты че, обычишь на меня, слышь? Ну-ка, рот закрой, тепло не трать, да? Так никто не хочет на тебя, а? Бабайка сейчас тебя это... Ну-ка, подожди, забабает. Ну-ка, подожди, ну-ка. Это где? А все, спрятался. Я тебя вижу. Блин, дверь не могу протиснуться. Хватит бегать от меня, мелкий. Ну-ка, подожди, погладь меня. Ну-ка, давай, погладь, гладь. Ой, да не по зубке, давай, по головке. Да не по зубке, ты чё, Вася? Да бью тебя по головке! Гладь, вернее. Гладь. Ой, смотрите. Ой, дырку проковыряла. Ну, а ты не ковыряй. Давай, головку. О, смотрите, ну-ка давай, о. Ай! Ты чё? Я стараюсь не бить, да ты шо ты? Так, ну-ка, давай, ну-ка, на котелях меня покатяй. Да ты не раскачивай, видишь, у меня какие маленькие культяпки. Ну ладно, давай, качаемся. Ай. Нет, да блин. Ты своими культяпками меня обязаешь. Так, ну-ка, давай в этот садик зайдем. Ну, вообще-то мои культяпки не для этого росли, а для того, чтобы пугать детей. А нельзя детисок пугать. Ну-ка. Ну-ка, что там? В общем, ребятушки, смотрите, у нас тут есть бабаить. Вот, бабаить. Где бабаич? А, вот. Это я, привет. Да, здравствуйте. Ну вы на самом деле не бойтесь, смотрите, никакого бояться. Но вы на самом деле не бойтесь, это вообще моя старшая сеструха, она второгодница. Ну, короче, ребятушки, я для вас, наверное, не страшная, да? Я, наверное, да, слишком розовая и пушистая для вас. Да, слишком такая прям вообще ванильная, так скажем. Так, ну-ка давай, ну всё. Евген? Да, ребенок вообще-то обращается. Ребенок Евген. Да, ребенок Евген. Все, поехали домой! Пи-пи! А ты будешь сладости есть, не будешь? Иначе я опять приду. Не, я не буду. Погнали. Мамку объедать не будешь? Не, не буду. Давай пошли тогда купим здоровую пищу. Давай, погнали за мной, пошли за мной. Давай, купим здоровую пищу. Да, а что ты считаешь здоровой пищей? Ну-ка, здоровая скажи. Пища, это, короче, овощи, там фрукты, там зелень, там салатик, там брокколи, там и всякое такое. Да, ребята, вы любите брокколи, кстати? Наверное, нет. Так, ну ладно, все, пошли сюда, пошли. Давай, Дылда, быстрее догоняй меня. Да не называй меня тогда, я не Дылда, я бабайка, ты шо? Да, так, Бука. Короче, смотри, что ты сказала? Так, Бука. Бука? Ладно. Так, бабайка, у тебя деньги есть? Нет, бабайка на мели сегодня. Ну ладно, есть $11. Давай, что хочешь? Смотри, значит, покупай пиццу. Нет, ты что, ты нездоровая пища. Ну блин, ну... Нюма! Так, ладно, сейчас. Так. Огурец. Огурец. Вон, капуста. Клубничка. Клубничка. Сыр. Тоже полезно. Да, пирог вон. Какой пирог? Вишневый. Салатик вон тебе возьму. Салатик, да. Ну пиццу, пожалуйста. Нет, никаких пицц. Ну пожалуйста. Не-не-не, все, бабайка против. Ну да. Пожалуйста. Нет, на что бабайка ты не нужна? Бабайка своих принципов держится. Все, давай. Ну бабайка, ну ты же добрая, хорошая такая, милая, пушистая такая. Ну, на, салатик зажуй, на. Ну-ка. О, слушай, а ничего так... На, убери. Ты что, ты бабайку запрягаешь? Нормально все, бабайка. Еще салатик хочу, неплохой такой. Давай, покупай 3 салатика. Все, покупаю 3 салатика и идем. Один мне, один мамке, а третий, короче, завтра на обед. Ага, ничего себе. Пошли, ты где там, а? Да погоди, салатик беру. А ты где? Бабайку ободрал, как липку. Вообще нормально, ободрали мы бабайку. Эй! Не пой эту песенку, она мне не нравится. Почему? Куда идти-то? Пошли, да. Давай, пошли, короче. Слушай, мне надо поесть, погодь. Мой салат только там не чеши, слышишь ты? Не, я мороженое зажую. Ты чё? А как это... Ого, сладкая бабайка ест мороженое, понятно? Ну ладно. Блин, такая вообще классная. Слушай, а если ты шоколадная бабайка? Слушай, если я себя буду хорошо вести, ты отправишь меня в мир конфет?
Если будешь хорошо себя вести, то я тебя точно не отправлю в мир конфет. Потому что хорошо себя вести, это не есть много сладкого. Не, ну подожди, ну смотри, по логике. Если я ем много здоровой пищи, то мне можно сладкое. Значит, ты меня должна похвалить. Ну если я тебя отправлю в мир сладости, то ты же там облопаешься сладости и лопнешь. Ну блин! Пиу! Так, ладно, короче, все, побежали. О, кстати, ты же вообще дылда, ну-ка забей мяч. О, я люблю баскетбол. Ну-ка, нифига себе, так не могу, смотрите. А что его забивать-то, блин? Я тут вообще вот... Вот так вот надо, вот так вот, смотри. Оп! Пыш! Ну-ка, дай-ка. Так, сейчас бабайка разбежится. Смотри, смотри, бежит такая, оп! И не докинула. Хоть ты и дылда, но такая себе. Ручки слабенькие. Все, побежали быстрее домой. И, блин, да чё, я же только леденцы кушаю, конфеточки разворачиваю, чё мне? Да, в общем, всё, сейчас мы будем дозидаться мамку, хотя нафиг эту мамку. Не-не-не-не-не, ты шо, мамку дождёмся, а мне пора, короче, я испаряюсь, всё. Да, ты испаряешься? Улетаю в сахарную страну. Ну всё, давай, пока! Всё, больше сладкого не кушай. Погнать меня на прощание, давай, ручкой, давай. Ну, давай, где ты там? Давай, вот, смотрите. Все, все, бабайка улетает. Ну все, давай, пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Блин, прикольно, да, ребят? Смотрите, у нас тут шоколадная бабайка в этот раз была. Это же вообще сикардос. Так, теперь надо мамку дождаться. О. Привет. Привет. Перестал шалить? Да, я сейчас даже игрушки уберу. Я теперь стану хорошим, послушным мальчиком. Вот. Ничего тут это. Что произошло-то, пока меня не было? А? Ну-ка, рассказывай. Бабайка пришла. Кто? Бабайка? Понятно все с тобой. Понятно. А что там какая-то девочка к нам пришла? Иди отсюда. Не знаю. Ты что это? Дверь закрой. С другой стороны дверь закрой. Смотри, а что она к нам ломится? Ма, ну-ка разберись ей, дай по мордасам там. Дорогуша, давайте я вас с лестницы немножко спущу. Давайте, оп. Все, до свидания. Вот, ломится к нам. Ну все, в общем, дорогие друзья, капец, вот вообще круто, бабайка пришла, она меня научила. Да. Надо есть здоровую пищу. Ну хорошо, я тогда рада, что бабайка тебя научила. Все, в общем, дорогие друзья, в общем, ешьте только здоровую еду, ставьте лайк. Ребячки, подписочка, комментик, колокольчик и вопросик. Да, и вопросик дня. Напишите, а что вы любите, там, не знаю, из овощей, либо из фруктов, вот, овощи, либо фрукты. Вот я, короче, знаете, что люблю? Я помидорчики, и огурчики, и морковку, и картошку. И вообще, ну, знаете, я прям вообще, да, за здоровую. А вы что любите? Да? Напишите в комментариях. Мальчик с огорода. Слышь ты, а? Тебя что, в капусте нашли? Да, и в капусте. В общем, все, дорогие друзья, напишите в комментариях. А ты что любишь? Я люблю, я, кстати, люблю помидоры, черри, знаешь, такие маленькие. Да, маленькие. Я, кстати, тоже люблю черри такие, я каждый день их ем. Ну ладно. Все, в общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Подписка, комментик и колокольчик, да? Да, динь-динь-динь, всем пока-пока! Пока-пока, ребятушки.